Студентка третьего курса Мининского университета Елена Занозина в волонтерском движении уже не новичок. Позади участия в мировом празднике футбола 2018 года. Елена была волонтером в родном Нижнем Новгороде на протяжении всего времени, пока шел Мундиаль. Сейчас студентка-активистка вместе с сокурсниками и друзьями готовится войти в команду добровольцев на празднование 800-летия Нижнего Новгорода. В первую очередь это саморазвитие, потому что участвуя в различных проектах и мероприятиях, ты многому учишься и ищешь, где себя реализовать в первую очередь. Потому что учиться — это просто иногда бывает скучно, поэтому где-то хочется участвовать в каких-то движухах. И это новые знакомства, новые эмоции, впечатления, и это вообще непередаваемые ощущения. Команду друзей-единомышленников предстоит организовать большую. Свой солидный юбилей Нижний Новгород готовится отпраздновать масштабно и основательно, как и подобает городу с многовековой историей. Программа по набору волонтеров на 800-летие Нижнего Новгорода официально стартовала. Стать добровольцем может каждый. Главный критерий – разве что возраст. Волонтер не должен быть младше 16 лет. Хочется быть причастной к тому, что происходит у нас в городе. Для меня это важно, так как я коренная нижегородка. Это очень интересно. 800-летие Нижнего Новгорода станет ярким событием, которое оставит свой след в истории города. Сейчас есть уникальная возможность получить полезные навыки и принести пользу своей малой родине. Мы видели, как отлично работала волонтерская команда на чемпионате мира по футболу. Для многих такой опыт становится важным этапом жизненного пути. Нам нужны волонтеры самых разных поколений. У каждого человека свой взгляд на город. Среди волонтеров команды 800 есть и знаменитости. Прославленная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина просто не смогла остаться в стороне. Она в первых рядах добровольческого движения. Мне хочется окунуться самой в это, вот прям с головой, прочувствовать, как это будет, как это, чтобы потом рассказать об этом всем, что когда было Нижнего 800, мне кажется, это было круче, чем любое спортивное, там, огромное событие, в принципе, там, в мире. Поэтому, конечно, я буду во всем этом участвовать, конечно, я буду вместе с Нижним. И мы будем творить историю. Только в этом году предстоит провести более 100 различных мероприятий. В программе следующего должны будут отгреметь почти 200 площадок и локаций. Главные торжества придутся на август 2021 года. Подать заявку в движение волонтеров можно на специальном сайте нижний800.ру. Сергей Щеплягин, Ренат Бикбаев. Время новостей.